этом году наш Казахстан отмечает 30-летие своей независимости, что подало огромную инициативу, большой импульс для развития волонтерства. Обратил внимание даже на нас президент Токаев. Наш общественный фонд очень благодарен, и все волонтеры Акмолинской области очень благодарны нашему президенту, поскольку уделил нам очень много времени в прошлом году. Прошлый год был год волонтера. Мы развиваем свою деятельность в том плане, что помогаем бездомным, то есть одеваем их, обуваем. То есть есть много у нас программ для того, чтобы развивать свое волонтерство. Первый проект – это наш «Помогать бездомным людям». То есть помимо бездомных людей мы помогаем животным. В Акмолинской области очень развито движение «Лидерки Z», волонтерское движение «Лидерки Z», которое занимается поиском людей, пропавших без вести или с утери родственных связей. Плюс у нас в Кокшетау наш фонд, общественный фонд «Доброе сердце Лидерки Z» открыл в этом году, в марте месяце, пансионат для одиноко проживающих пожилых людей. Для этих людей предоставляем жилье, чтобы у них оно было, питание, уход. Так как мы проживаем в динамично развивающейся стране, Республике Казахстан, плюс у нас 30-летие нашей независимости, это сподвинуло многих людей присоединиться к волонтерству для того, чтобы помогать людям. То есть здесь много направлений. Наше волонтерское движение планирует в дальнейшем развиваться вместе с нашей страной. Мы призываем всех желающих вступать в ряды волонтеров.